Вот она, русская машина, на равных конкурирующая с иномарками. Есть Vesti Cross и импортные комплектующие. Из основных – это коробка передач и подвеска. Предыдущее поколение автомобилей Lada Vesta продержалось на конвейере 3 года. И вот результат рестайлинга – новая Vesta. Lada Vesta Sedan Cross отличается повышенной проходимостью. Клиренс автомобиля 203 мм. Автомобиль полностью отвечает стандартам качества. 17-литровые диски идут уже с завода. В этом автомобиле новая подвеска. Газонаполненные амортизаторы, усиленные пружины позволят вам проехать по любой дороге. В рамках Дня открытых дверей жители республики смогли не только посмотреть на новую модель, которая объединила стиль стремительного седана и проходимость уверенного в себе кроссовера, но и посидеть за рулем, заглянуть под капот, оценить вместимость салона и багажника. Первое, что отмечали посетители – усовершенствованный внешний вид. Машина комфортная, широкая, посадка высокая у нее. Качество, ну, на одном конвейере считается, собирается, хоть иномарку, хоть наше отечество. Диалавто всегда готов порадовать своих посетителей. Для гостей в день открытых дверей автосалон организовал праздничный фуршет с легкими закусками и приветственными напитками. Для тех, кто не успел познакомиться с новой моделью «Лада», мы устраиваем большой праздник 12 июня в парке «Амазония». В этот день вас ждет яркое шоу, вкусные напитки и угощения, мастер-классы для всей семьи, подарки и множество других развлечений. Приходите провести этот день ярко. Начало в 13:00. Зарегистрироваться на мероприятие можно в группе ВКонтакте «Диалавто». Официальный дилер «Лада» «Диалавто» рад видеть поклонников и владельцев «Лада» и на будущих праздниках. Первое авто поступило в «Диалавто» недавно. Продажи в дилерском автосалоне уже начались. Выбрать свою новую «Весту» у официального дилера в Чувашии можно в удобное время в автосалоне «Диалавто» в городе Чебоксары с 8 часов утра до 8 часов вечера в любой день недели. Олеся Русакова, Андрей Спиридонов, Республика.